Если вам покажется, что я играю одной рукой, это вы зря. Потому что, как вы видите, ну, те, кто шарит, собственно, вы можете видеть, что тут композиция состоит из соло и фортепиано. Но поскольку у меня не нашлось второго человека, который может играть на втором фортепиано, я решила сыграть это все за двоих человек. То есть я играла три партии. Левая рука, правая рука и соло. Соло, ну, короче, вы поняли, да? И, в общем, сначала мне пришлось записать всю партию фортепиано. То есть это выглядело как-то так. И это я записала в память, короче. И уже по этой записи готовой, которую я надрочил за неделю, я уже по ней играл соло. То есть, ну вот, как вы сейчас услышите, вот, включаю. Спасибо.